Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро, день первый.